Друзья, всех приветствую. Я Долг. Сегодня у меня S10, Galaxy S10 Plus. У меня, блин, дисплейный модуль. Стоит он, сейчас не вспомню, около 230 евро, 230-240. В общем, с клиента я беру вместе с установкой 300 евро. Вот. Оригинальный дисплейный модуль. Как обычно, все проклеено. Отсек для камеры передней. Телефон у меня на сепараторе. Сейчас мы снимем крышку. Кодовое название телефона G975F, по-моему. Телефон включен, подзарядил я батарею. Так, смотрим, где у нас там шлейф, если он есть. Нету здесь никакого шлейфа, к счастью. Так что крышку можно смело снимать. Интересный материал. Довольно тяжелое, непонятно, то ли стекло, то ли пластик. Точнее, больше напоминает керамику. Забираем телефон. Thank you.
Сумма слов уже снята, мне прислали без сим-слота. Так, здесь у нас походу винт подскочен. Три открытые камеры у нас тут основные. Стараемся не трогать пальцами. Вот так выглядит верхний антенна модуль. Низ, вверх антенна Wi-Fi. NFC. Можно снимать целиком. Стегиваем батарею. Так, верхние винты у нас все одинаковые. Раскручиваем системную плату. Здесь у нас два винта возле развива зарядки. Отличительные от основных. Один сверху вроде. Так, что у нас здесь еще? Держит системную плату. Больше ничего. Системка. Ой, estoy ocupado un poco. En 10 minutos, ¿vale? Ah, vale. ¿Tienes aquí? Sí. Te espero, espero. Так, достаем. Разъем наушников. Вибра. Нагрева извлекаем батарею. Довольно легко вылезла. Без нагрева. Вообще не деформировалась. Так. Кстати, на новом модуле виброзвонок уже стоит. Вставляем разъем наушников. Больше вроде ничего не надо.
Чайник стоит. Снимаем защитную наклейку, такую вот. Передние камеры. Больше ничего вроде. Кнопки у нас стоят, датчик проклеенный, прокладки. Этот выталкиватель сим-карты тоже стоит у нас на новом модуле. Вставляем системную плату. Застегиваем дисплей, вставляем еще раз наушники, которые нужно было вставить после установки системной платы. Так, тут у нас два винта. Возле разъема зарядки. И один. Сверху. Тут специальные гильзы такие стоят, не перепутать. Так, ставим батарею. Проклеивать ее не вижу смысла. Скотч старый остался. Плотно сидит, нет смысла добавлять новый скотч, приподнимать батарею тем самым. Ставим антенны и модуля. Застегиваем клипсы все. Включим, проверим. Простая замена, сложности я не увидел здесь.
Ну, вот у нас тут на заставке герои Барселоны, Хави Иньеста. Кода, к сожалению, не знаю, клиент не оставлял. Нет смысла проверять оригинальные дисплеи. Не встречаются бракованные, практически никогда еще не встречал. Крышку насадим на клей. Предварительно нагреем. Мне стало интересно, из какого материала сделана крышка, потому что она реально тяжелая. Такой интересный, толстый, тяжелый материал. Вполне возможно, что стекло, просто обычное каленое стекло. Добавим немного бесцветного Е8000. Ставим крышку на зажимы. 4 зажима здесь будет вполне достаточно. Полчаса и можно возвращать клиенту. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, ролик был полезен. Подписывайтесь на канал. Всем удачи в ремонте.